говорил, куда мы едем, ты что-то молчишь. В город едем на кинотеатр. И оттуда стартуем в Таганрог. Пафос. 5 утра. Мы ждем остальных и отправляемся в Таганрог. Баба. Круто. Мы уже выехали в Таган. Будет круто. Счастливой дороги. Ужина. Стенки стоим в очереди, мы 45-й по счету. Катя спит. Настоящий фанат футбола, сразу видно. Все нормально. Стоим в очереди, развлекаются как могут. Я по смысле сейчас на фуру закину. Давай сейчас. Куда? Он, простите. Он мягкий. Невозможно это сейчас сломать. Ростик, чё ты сидишь? Руки выставил и сейчас мы стоим на спинке и играем в волейбол. Телефон сначала. Давай, мы тебе покажем для селфи, поиграем. Давай. Какой момент? Потушила. Понятно, как поняла, о чем ты говоришь. Навешивай. Оба отлично. Оп, пошел. На левую. На левую. На левую. На правую. Вон она, успенка. Мы стоим на границе. Собрали паспорта. Help me. Этот вообще 7 литров должен за вчерашний полученный паспорт. Не слышал, да? Нет, там 7 литров. Какая? 7. Мы уже проехали границу. Да. Что с моей задницей снимал? Надо отмануть, или не дождаться? Блин, я в России, блин, где поляк? Он в России. А, я в России, наконец. 20 лет жизни. Зачем его только с больницы выпустили? Улыбаю. Так, следующая цель — Америка. Далека. Вблизи не хочет. Не хочет. Оп, твою мать, как же трудно. Я ее воровал тут. Да, папуля, это что, кукуруза? Да. Ого! Лети, сколько я. Сколько она кукуруза? Надя, ему ставили попросить. Уже почти в Таганроге остановились по делам. Здесь ляньте природа березки. Вообще там какой-то памятник большой. Короче, дорога очень интересная. Мы едем очень-очень быстро. Я просто в шоке. Мне, аж честно скажу, мне страшно.
такой бар. Сварки. Да. Сварки, глянь, это. Да, мне не можно. Я, это ожидание реальности. А мне так пиво купить надо. В Таганроге. Вот оно море, пожалуйста. Вот море. Тут, конечно, типа красиво, но вода грязнющая, купание запрещено. Короче, тут такое как бы. Напоминает. MC DJ Sexy. MC DJ. Эй, гляди, кто идет, ёпта. Мы зашли в торговый центр Мармелад. Здесь круто, здесь фонтан. Здесь прохладно. Вау. Цены здесь, ну, удивительно, очень дешевые. Футболки крутые, нормальные, по 200. По 300. По 200, по 300 рублей футболки здесь. Ну, короче, это вообще капец, чтобы вы понимали. Вау. Мы катаемся на эскаваторе. Моя мечта. Все ясно. Тут Валя решил потанцевать. Подождите, мы его не знаем. Пойдет такой. Это называется кот потирает руку, да? Взяли какой-то розовую дичь в Макдональдсе. Вишневый спрайт какой-то, я не знаю. Со льдом фиолетовым, капец. Один из любимых. Вы настояли или ехали? Стояли. Стояли, подъезжали, блин, было так хорошо тебе. Да. Ты нажала снимать? Да, я снимаю. Куда-то. Зато да. Куда-то. Дима, куда мы приехали? Мы приехали. Мы приехали в Приморку. Приморку. Так не все. Вон, покажи достопримечатель. На скальные надписи. Чтобы вы понимали. Да. Нормальные. Следы первого пещерного человека. Ослепили. Готово. 1-0. И после этого надо делать вот так. А, вот так? Да. Куда делаете? Ага, ну 1-0 есть. А что? Что значит? Какое? Деп? А ну дай я кину. Может, у меня получится? Дай попробую. Нас всех видно? Да? Теперь мне его не видно. Что ты? Видно то, что вы кидаете. Нет, наши всех видно. Вот. Нанялась. Дай один раз кину, и все, не встану. Отстану. Да, я после меня. Хорошо. Что ты тут мешаешь? Она обулбалась. Да, вот ты далекая. Очень.
Опа. Там дай поснимай. 3-3. 3-2, 3. А, Йон, ты вот. Дай я кинуть. Что поехал с неровной? Да, поехал с неровной, из-за этого и беда. Давай телефон. Отдай мне телефон. Да. Ты! Да! Ну, я не хочу классно. Ты его носишь, как будто бобину. Они такие все сидят. Лента рассказала. Туда, до моря и обратно. Да, там еще глубокий. До той стороны и обратно. Сейчас мы ходим по кораблю изнутри. Короче, нам сказали, что мы здесь жить будем. Здесь нам сказали, мы будем жить. Лучший вариант не нашлось. Чтобы вы понимали, это старая лодка. На берегу моря. Вот море. Старая пилотка. Боря уже наверх пополз на крышу. Сейчас антенну установим, ТВ будет. Фу, так меня тут ждали, Ляня. Чтобы вы понимали, меня здесь ждали. Сейчас, я хочу это сфоткать. Вот. И... Вот наш катер. Я плыву на берегу. Как-то так, мам. Еще сфоткался. Короче, все очки прикупил новые. Муди. Неплохие. Причем воли точно такие же воли. Бля, я видос снимаю. Блин. Сейчас, чтобы вы понимали, я отправился на поиски дров. О, на море это реально тяжело. Видали тут ванну? Короче, дрова найти здесь как бы реально, но они очень мелкие и хреновые будут. Магазины закрыты, а шашлычка сделать, конечно же, хочется. Так что посмотрим, что я насобираю вот здесь. Ну что, в этой темноте мой влог кончается. Завтра, надеюсь, будет интересней. До скорых встреч, ребята.